Кане все еще интереснее. Там, значит, люди жалуются вот на какую проблему. Фекальные массы заполонили подвал дома. Ну, казалось бы, да, ну, с кем не бывает, да. Сразу это случилось сразу после капитального ремонта. После чего они, видимо, заполнив доверху этот подвал, вылились на улицу, образовав целое зловонное озеро, и опять же, казалось бы, ну с кем не бывает. Господи, что мы, говеных озер не видели, что ли, в нашем родном городе. Но люди говорят, что эта проблема существует больше двух лет. Больше двух лет с просто невероятной интенсивностью затопляется, затопляется город говном. И, значит, откачка фекалий не решает проблему. То есть чиновники откачивают это говно, а оно там все равно Скапливается. Но дальше, кроме как откачивать, они проблему не решают. Вот две стороны э, медали у этого вопроса. Хотел вот, э, обе вам прокомментировать. Во-первых, это, конечно же, преступная политика власти, которая перекладывает ответственность на содержание жилого фонда на граждан, понимая прекрасно, что у людей просто не может быть на это денег. Во-первых, из-за низкого уровня благосостояния, который, помимо этого, еще и снижается. Да? Во-вторых, за счет того, что в северной стране, где большая часть времени года холодно, человек не может самостоятельно это все содержать. Да? Если мы возьмем с вами Канаду или какие-то другие другие, значит, государства, где действительно, да, как у нас а, есть низкие температуры на протяжении длительного времени, там государство несет эту ответственность. А у нас в 90-х годах, когда принимали жилищный кодекс, государство говорит, все на ваши, все на ваши плечи, вы же теперь собственники, вот и занимайтесь этим сами. А то, что у вас нет денег, ну, простите, это ваши проблемы, мы же вам дали право, а то, что вы не, не можете его реализовать на практике, ну, уж там кредит возьмите, там какие-то, значит, решения примите, но сами, без, без власти, без государства. Второй вопрос, да, вот, смотрите, от нас э, периодически высокие руководители требуют высокого патриотизма, что как же так, нужно, значит, любить э, государство, не родину, это разные понятия, любить власть, да, быть лояльным к ее политике. И вот у меня всегда возникает вопрос, вот эта тема бытие определяет сознание. Вот люди, которые живут в таких условиях дети самых малых лет, которые видят вот это убожество, эту разруху, эту, во всех смыслах слова, э, страшную ситуацию, куда ни плюнь, вместо, э, не знаю, там, э, детской площадки построили э, магазинчики, вместо каких-то отделений культуры, э, там, э, организаций спорта, воткнули высоточку, где, значит, э, все, что можно было, по карманам распихали, родителей долгами обложили, они каждый день из своих окон свалку видят или дышат вот этими помоями. Этими фекалиями с самых малых лет. Потом люди вырастают, становятся взрослыми совершеннолетними гражданами. А власть говорит: вы, говорит, не патриоты, вы, говорит, России не нужны. А как вы, простите, патриотов-то сформируете? Патриот это не тот, кто кричит: Ура! Слава Единой России! Патриот это тот, кто борется за свою страну. Не, не только вовне, но внутри. Тот, кто понимает, что является угрозой для его страны, тот, кто может критически осмыслить, откуда эти фекалии рядом с его окнами, почему его мама или бабушка, его, там, я не знаю, дети нюхают это каждый день. А это же не просто вопрос там, эстетических, там, каких-то неприятных запахов, это вопрос санитарии, это вопрос заболеваемости. И здесь для власти патриотизм не нужен. Они не хотят, чтобы люди могли осознать причины и следствия. Поэтому снижают уровень образования. Чтобы с самой школы дети вырастали глупыми. Чем глупее они будут, тем умнее власть в их глазах. И вот этот пример зиждется только лишь потому, что у власти до этого момента получалось воспитывать инфантильное общество. Получалось воспитывать поколения, которые плевать хотели на свое будущее. Они не интересуются политикой, они имеют клиповое мышление, они заняты другими вещами. А те, кто идут там, вдруг задуматься на эти вещи, их уводят не в ту сторону. Конспирологическими теориями, какими-то там значит внешними вещами. Они думают о том, что в Израиле и Палестине гораздо больше, чем то, что происходит в их городе. Проходишь мимо, я не знаю, лав, лавочки с э, э, дедушками, которые спорят. Они спорят о Байдене, они спорят о Обаме, они спорят о Трампе. Блин, ребят, давайте здесь решим то, что у нас в нашей стране происходит. И этого больше никогда не будет. Потому что в стране есть деньги, чтобы это решить. В стране есть ресурсы, есть опыт, есть талантливые люди, чтобы справить эту ситуацию. Единственное, что в ней нет, политической воли тех, кто обещал и клялся служить собственному народу, служит элитам, служит миллиардерам. Для них это вопрос эффективности экономики. Что такое эффективность экономики? Это максимальное извлечение прибыли. То есть с точки зрения капитализма в России он гораздо более эффективен, чем в США и, и Европе. Почему? Потому что те, кто э, является бенефициарами этих капиталистических отношений, минимизировали расходы максимально. Смогли Извлечь столько, сколько в принципе возможно. Но есть побочный эффект. Кто-то должен тонуть в дерьме.